Здорово, сейчас я обучу вас фокусу, который называется размен. Итак, с самого начала нам нужно одна купюра, которую мы должны приготовить. Я взял 10 гривен, и это, которому мы будем брать у зрителя, 1 гривна. Итак, мы берем заранее нашу 10-гривневую купюру. Сворачиваем ее пополам. Вот десяточка была видна, тут камера. Еще пополам. И еще пополам. То есть у нас получилась вот такая фигурка. Да? И десяточка хорошо видна. После чего мы зажимаем между двумя пальцами. Кто правша, тот вправо, кто левша, тот влево. Ну, это без разницы. Кому как удобнее. Потом начинаем рассказывать что-то, и есть два варианта. Если у вас пальцы здоровы, и вам будет легко сделать вот такое движение, можете держать между двумя безымянными и средним. Но я советую держать между средним и безымянным. Так, мы держим между средним и безымянным, просим купюрку, показываем нашу купюрку, и потом мы делаем вот это наше движение и за гривну прячем 10 гривен. Показываем чистые руки. У нас в руках ничего нету. На самом деле мы тут держим уже нашу приготовленную десяточку. Только главное, чтобы не сделать так, чтобы за нашей спиной не было света прямого. Потому что если мы будем так держать, будет видно сквозь гривну нашу десяточку. После этого мы можем, есть два способа, можно все время держать нашу десятку за гривной и вот так сворачивать, или же можно это все делать с помощью манипуляции. То есть мы свернули раз сюда, показали гривночку, быстренько сюда показали ручки чистые. Ну, я советую лучше делать за гривны держать 10 гривен. Это можно, конечно, брать любые стоимости, любые деньги. Итак, вот мы, значит, сворачиваем. И самое главное, чтобы, когда мы уже свернули, получается, пополам, показали руки пополам, и потом нужно, самое главное, это гривну свернуть так, чтобы сюда можно, ну, чтобы, получается, она закрывалась так. И одна, и вторая, они должны быть, как бы, как это сказать, ротиками вверх. Есть. Вот мы показываем чистые совершенно руки, но у нас сзади десяточка. Мы берем нашу десяточку в руку, в правую, и эту, как бы, приоткрываем десяточку, и легонько краёк гривны засовываем в ротик десяточки. И держим большим и указательным пальцем аккуратненько нашу гривночку. И закрываем десяточку. Ну, понятно, там можно чуть помотылять. И потом мы начинаем делать такое движение. Раз, два. И когда мы там второй раз... Второй раз, там, третий, без разницы. Мы просто берем, закрываем рукой и большим пальцем, указательным, просто ладошкой задвигаем нашу гривну в десятку. Так, раз, и все. У нас чистые, показываем чистые руки, у нас уже в руках десятка. Потом мы начинаем разворачивать не таким вот понятным образом, чтобы гривну не засветить, а начинаем с ближней стороны до нас. Раз развернули, потом взяли там, так, второй раз развернули, взяли, показали ручки, взяли опять же нашу гривну в руку, показали бумажечку, опять же там приделали сюда, полностью открываем купюру, показываем чистые руки. И потом просто берем нашу гривну в ручку и даем зрителям, там, кому, друзьям, товарищам,
Отдай ему десяточку. Понятно, потом забрать эту десяточку надо. Потому что деньги нужны. Вот такой вот фокус. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь у меня на канале. До новых встреч. Пока.